Зависший клад на миллиарды монет. Сколько копеек, которыми уже нельзя расплатиться, осталось на руках украинцев? На руках у украинцев осталось почти 7 миллиардов 200 миллионов монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами. Об этом Facebook сообщает НБУ, отмечая, что до 30 сентября 2023 года включительно их еще можно бесплатно обменять в подразделениях Нацбанка и отделениях уполномоченных банков Ошатбанка, Приватбанка, Райффайзен, банка ПУМБ. Всего с начала изъятия из обращения осуществлен обмен почти 284 миллиона 500 тысяч штук этих монет. Как сообщает НБУ, по состоянию на 1 июля года сумма наличных денег, находящихся в обращении в Украине, составляет 711 миллиардов 900 миллионов гривен. В частности, более 2 миллиардов 700 миллионов штук банкнот на общую сумму 705 миллиардов 700 миллионов гривен, а также 14 миллиардов 300 миллионов штук монет, беспамятных и инвестиционных, на сумму более 6 миллиардов гривен. Это на 4 миллиарда 200 миллионов гривен или на 0,6% меньше, чем на 1 января 2023 года. 716 миллиардов 100 миллионов гривен. Если первый квартал года характеризовался изъятием наличных денег из обращения, то во втором квартале спрос на наличные деньги несколько оживился. Это стало тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью, добавили в Нацбанке. Несколько интересных фактов о статистике обращения наличных денег на 1 июля. На одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 172 платежные, разменные и оборотные монеты. На 1 января 2023 года 71 банкнота и 169 штук монет, соответственно. Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, 27,7% от общего обращения количества банкнот в обращении. Монет номиналом 10 копеек, 28,3% от общего количества монет в обращении. Меньше всего в наличном обращении находятся банкноты номиналом 10 гривен, 3,5% от общего количества банкнот в обращении. Монет номиналом 10 гривен, около 1,2% от общего количества монет в обращении. Ранее сообщилось, что НБУ ввел в обращение новую банкноту номиналом 500 гривен.